Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Сегодня на Бастионе случилась публикация. Публикация фильма, который называется «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. И некоторые из комментариев к этой публикации, к этому фильму, они побудили сделать этот эфир и сегодняшние посты, которые случились в социальной сети Telegram в виде картин Васи Ложкина, связанных с тем, что такое стадо, быдло, коллектив. Это, в принципе, все тождественные вещи. Быдло не ругательное, надо понимать правильно. В переводе с польского языка быдло – это стадо. Когда мы придаем негативный аспект тому, о чем мы говорим, мы уничижаем в первую очередь себя. Можно употреблять необходимые концепции. Я бы даже сказал, нужно. Ну, не всем. Можно употреблять разные концепции без негативной составляющей. Без того, что мы относимся к этому именно в сравнительных формах внутри себя с уничижением и превозвышением. Или уничижением, и точнее, и то присутствует на самом деле. Потому что тот, кто снимает шляпу перед тем, кто выше, требует, чтобы перед ним снимали шляпу тоже, имели пол. Так вот, в тех комментариях, которые случились на Бастионе, наш дорогой друг написал, говорит, власти должны, дальше можно не читать. Власти никогда, никому, ничего не должны. Он написал по поводу того, что они должны быть хорошие, что там должны стоять у власти хорошие люди. А это в принципе невозможно. Это невозможно, дорогие друзья. Еще Платон в своем произведении «Государство» четко изложил это понимание. Почему в государствах не может у власти стоять хорошие люди, поскольку командно-административная система не будет функционировать. Не стоит забывать то, что вся вот эта игровая площадка под названием «Наша жизнь», ну, то, что люди планетой Земля там называют, или тарелкой Земля, или как угодно, это компьютерная симуляция, в которой все является цифровым. Об этом будет еще отдельно передача через какое-то время. Система всегда функционирует в противовесах. Поэтому государство никогда не может быть хорошим. Оно может быть помягче или оно может быть пожестче по отношению к своим рабам, потому что государство всегда порабощает. Оно не предназначено для того, чтобы кто-то был свободен. Всякий закон, который написан, написан для ограничений. Ограничение является порабощающим фактором. Единственная система, которой во Вселенной пользуются цивилизованные цивилизации. Цивилизация, кстати, от слова «цивильный». Поэтому у нас не очень цивилизация. Это стадо рабов здесь в основной массе находится. А цивилизация – это цивильная. Так вот, это анархическая система, безусловно. И только анархия является матерью порядка, потому что всякие ограничения в конечном итоге приводят к противодействиям и беспорядкам. Бессмысленно винить кого-либо. Кто-то винит власть, кто-то винит каких-то президентов, кто-то винит еще кого-то, там, Билла Гейтса, глобалистов, Бога, черта, какого-нибудь Ваську Хромова, Федьку Рябова можно винить в чем-то. Раб всегда винит кого-то в чем-то. Но, дорогие друзья, ведь
Очень хорошее высказывание, имеет место быть. Всякий народ достоин своего правителя. А как этот правитель оказался на месте правителя? Что, просто так? Как-то случайно он случился там? Раз, а люди как бы к этому никакого отношения не имеют, да? Те, которые его туда поставили. Ну так, сидели себе там, лапшу жевали, в носу ковыряли и получили то, что положено. Что заслужили, то и получили. Поэтому виновных искать негде. Вы можете сколько угодно брызгать слюной, разбрасываться своим калом, винить всех подряд вокруг, как угодно и что угодно делать, но причините беспокойство и расстройство только своему уму, погружая его еще глубже в пучину собственных страданий, сомнений и страхов. Искать виновного вообще нигде не надо, но это чуть попозже. Но если вы очень хотите найти причину происходящего, подойдите к зеркалу и внимательно посмотрите себе в глаза. Потому что общее складывается из частностей. Поэтому, если в деревне все педофилы, то педофилия становится вполне нормальным явлением, понимаете? А что такого? Общность складывается, дорогие друзья, из частностей. И никак по-другому быть не может. Поэтому всякая социальная система, ее концепции, проявления, догмы, нормы, правила, законы являются следствием совокупности частностей. Что же тут непонятного? Изменить какую-либо систему можно только начиная с себя. Больше никаким образом это невозможно изменить. Нету других способов. Нету какого-то предводителя, начальника, который говорит: «Ура! Всех на мыло, всех на мясо, мы всех победим, мы старый мир разрушим». Это, знаете, вот эти вот политические лозунги времен 17-го года. «Мы старый мир до основания разрушим, построим новый». Вам просто заменили бирку на хрена. С крестика на пятиконечную звезду. Ну и, собственно, пожестче затянули. Сейчас происходит то же самое. Здесь свобода только внутри каждой индивидуальности имеет место быть. Вы нигде не найдете больше свободы, потому что ваши страхи являются вашими кандалами. Вот почему людины сейчас бегут и тыкают в друг друга вилами. Почему они кидаются в друг друга снарядами, бомбами и всем остальным? Страх ведь является причиной. Страх, что я не пойду и меня убьют. Страх за какую-то родину. Ведь национализм и патриотизм – это тоже страх. Все основано на страхе, они другие, а мы лучше. Они нас поработят. Вот. И так всегда было. И во времена Второй мировой войны ни Гансу, ни Марте не нужно было сражаться с Иваном да Марией ни разу. У них своих забот полножопа огурцов. На тракторе кататься и огурцы ростить там. Разновсяческие картошки и прочее. Поэтому, друзья мои, здесь у нас очень интересная игра случается. Божественная трагикомедия называется. И эта трагикомедия случается с незапамятных времен, потому что если мы внимательнейшим образом изучим обрывки трудов древних мудрецов, которые до нас дошли в определенном смысле, обрывки речей Диогена, то, что писали римские императоры, тот же Марк Аврелий. Там же черным по белому все сказано. Соломон. И наши современники тоже об этом писали. Понять, как это устроено и почему это функционирует именно так, для этого нужно получить дополнительную информацию, а потом потратить некоторое количество времени, отказавшись от своих привычных забав,
то, что людину называют отдыхом, пришли себе, в креслице сели, телек включили, чипсоидов насыпали, мясца, водочки, пивка, картошечки, хорошо, шашлычка, а? О, милое дело, нахрен надо сидеть там, думать о чем-то. И так целый день напахался, жопа аж в кровь стер, да, копыта в кровь стер. Это же надо маленько отдохнуть, а отдохнуть как? Думать еще о чем? Да что? Какое нахрен духовное развитие? В жопу все эти духовные развития. А власть так и делает. Она платит очень маленькие денежки для того, чтобы у людинов не было времени размышлять над тем, кто я, где и зачем я здесь нахожусь. Зачем же? Бухло, наркота, вот это все, и вот это вот надо все. Это все наше все. Праздники, выходные. Все предназначено для порабощения. Все для вас, милые рабы. Вы не можете быть каждый день, как это, работать должны, довольны. Пару дней в неделю, ну или один день в неделю, можете быть довольны. Это у вас выходной, да. И то, надо подумать, как вам правильно провести это время. Желательно с бухлишком и с чипсами, с теми веществами, которые вас будут разрушать. С той жраниной, которую продают вам глобалисты, да, тоже. Все правильно, чтобы болели. А как же? По-другому никак. А иначе, если самоидентифицируетесь, это ж катастрофа будет настоящая для власти. Поэтому в Америку анархистам въезжать нельзя. Какие угодно. Косые, кривые, рябы, пидорасы, проститутки, лесбиянки, эти самые вот различные конфессии, какие хочешь. Даже террористов пустят. А вот анархистов нет. Страшное дело для всякой государственной системы анархия. И нужно наснимать всяких фильмов дурацких, где там батька Махно скачет на какой-то телеге там с пулеметом. И представить все это дело в совершенно каком-то дурном свете, чтобы люди надсмехались над тем, что такое анархия. А вы почитайте, что это такое. Разберитесь маленько, прежде чем бросаться калом в тех, кто рассказывает об анархии. Как говорит каждый избранный депутат, либо открыто, либо подразумевает, говна в моей жопе хватит на всех избирателей. Однозначно. И самое главное потом сделать морду кирпичом. Возвыситься над всеми и сказать, я вас поведу правильным путем, друзья. Подразумеваю, рабы. Посему всякая государственная система, какая бы она ни была, это порождение сообщества индивидуального, порождение социума, а социум – порождение совокупности индивидуальности. Поэтому зря в корень необходимо смотреть в зеркало, необходимо начать меняться самому. Система автоматически подкручивает все необходимые болты. И если сообщество людинов, что мы называем коллективом или что мы называем социальной системой, очень сильно страдает, страдает в геноциде, страдает в тех законах, которые созданы социальной системой, страдает от действия, а бездействие тоже считается действием, отдельно взятых элементов, самое время задуматься. Может быть, пора в своей жопе поковыряться, а не в чьей-то еще. Может быть, палки-то в своей жопе застряли. Дорогие мои, вот с чего надо начинать. На мой взгляд, конечно. Я допускаю, что найдется много тех, кто не согласен. Они скажут, Владимир, говорит, да что вы там, нам нужен вот настоящий, хороший. А Иисус, как же вот предводитель Иисус, да, новый Иисус прилетит сейчас, всех нас за собой поведет. Да. Мухаммед прилетит вдруг, да, вот на летающей тарелке откуда. Раз и прилетел. Прилетят. Но не совсем те. Сейчас уже все к этому готово. К тому, чтобы миру явить владельцев пчелофермы.
все готовится к этому процессу. И, собственно, те специальные меры, которые вот у нас происходили, да, они очень-очень-очень для этого нужны. Очень нужны. Это система управления. Но это отдельная тема для разговора, безусловно. Государство – это аппарат для подавления класса имущих, класса неимущих. Не-не-не, там все неимущие. У кого-то бумажек побольше, у кого-то, собственно, жранины в холодильнике побольше, у кого-то поменьше. Но вы поймите простую вещь. Рабство не измеряется, как и богатство не измеряется количеством финансов. И чем больше материальных средств у индивидуума среднестатистического, тем больше он порабощен. Потому что он боится все это потерять. В большей степени свободны те, кому нечего терять. В меньшей степени свободны те, кому есть чего терять. Поэтому вся социальная система так и построена. Ну, все правильно вы говорите. 90% правда вообще страшна. Ее все боятся. Ну, как все, не все, конечно, да. Людины или рабы очень боятся правды. Они потому что не знают, а что нам делать-то? Мы же привыкли уже все, равняться, ходить строем, любить начальника, лизать жопу. У нас уже есть какой-то свой сообразный нашему представлению счастья мезозин, в котором мы варимся. Этот котелок, вода не сильно нагрелась, поэтому иногда закипает жопа, конечно, но потом нам ее остужают. Поэтому лучше так, а вдруг что? А что будет не так? А мы же не знаем, что будет. Это же страшно очень. Как это обрести свободу? Как это ни от кого не зависеть? Как это быть самим собой? Вы что, это вообще катастрофа настоящая? Поэтому людины получают то, что им положено получить. И в конечном итоге они все в мясорубке сидят. Но каждый может от этого избавиться. И это происходит не где-то, а внутри. Внутри своего сознания это случается. Да, себя потерять невозможно. На самом деле. Правильно, вы Любочку удалили. Невозможно себя потерять. Веселое время на первый раз. Такой цикл наблюдаю и не последний. Оно все время происходит. Вот я почему опубликовал фильм-то «Апокалипсис» сегодня. Это действие, этот экшен, этот апокалипсис, он случается не снаружи. Апокалипсис случается внутри сознания каждого отдельно взятого индивидуума. И в результате мы наблюдаем совокупность. И это происходит с давних времен. Здесь никогда не может быть такого места, которое похоже на рай Баунти, где все сидят, все счастливы, довольны, пьют шампанское, и никто ни на кого не ругается. Это место предназначено как игровая площадка для жестких противодействий, для жесткой игры. Все просто. Всякая власть появляется от нежелания человека думать своей головой и нести... Я вам больше скажу. Всякая власть появляется из-за страха. А следствием страха является нелюбовь к себе. Вот куда зрить потребно. В чем причина? Ключевая причина в страхе. Но в конечном итоге неуверенные, нелюбящие себя индивидуумы ищут предводителя. Вот откуда власть случается. Они не готовы брать ответственность за собственную жизнь на себя. Поэтому ищут того, на кого можно возложить эту ответственность. За свою жизнь, за жизнь детей, кого можно потом поругать, да? Чтобы не чувствовать себя виноватым. Да, все биологические системы самоуправляемы, кроме человеческого общества. А могут сегодня люди жить самоуправлением? Для этого нужно отделиться от социальной системы и создать свою анархическую систему. Она, конечно, при умножении
при росте опять превратится все в то же самое. Поэтому деваться некуда. По какой причине присасываются энергетические потусторонние сущности? Причина очень проста. Воспитание. То есть, если индивидууму необходимо пройти этот опыт, а опыт случается, как правило, из-за того, что индивидуум недооценивает себя и живет в сравнительных формах, тут появляется плетка божественная, в том числе в виде этих сущностей. Все просто. Значит, с вас есть чего пожрать. По вам не видно, сейчас прочитаю, что тут по мне не видно, интересно. Что у вас остановлен внутренний диалог. А что, я когда-то рассказывал по поводу того, что у меня внутренний диалог остановлен. Я говорил исключительно о том, что я ничего не знаю, и все. А вы тут вместо того, чтобы собой заниматься, меня тут рассматриваете. Передача-то началась с того, что иди в зеркало посмотри. Дорогие друзья, я вас целую, я вас обнимаю. Я очень рад по поводу того, что все мы здесь сегодня собрались. До новых встреч, дорогие друзья. Все мы есть единое, целое, вечное и бесконечное. Не злитесь и не прыгайте, не плачьте, не кричите там, где идет строительство и где подвешен брус. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.